хотел посмотреть на табло, куда прибывает транзитный поезд. Но оно не работает. У нас идет транзитный поезд, военный эшелон с опозданием. Плюс еще есть первый поезд. И да, всем привет, с вами я. Вот я и говорю, что первый поезд замороженной магистрали. Омск пишет, что отогреть не успели. А где Екатеринбург? Первый поезд-то по расписанию пойдет, точно. А вот военный-то вне расписания. Может быть, стоянка-то у него сокращена будет. Наверное, да, Андрюха? Да, тут тоже стоят ждут. Там вот в военном заявке пишут, что нужно соединить магистраль с башней в 7-м купе. Как она могла там слететь, непонятно. Ожидаем? Вещи оставлены без присмотра. При обнаружении подозрительных предметов или получении информации. Двадцать один, 376. А, кстати, я сегодня там буду еще погонять друга. Молотом. Знаешь, сколько стоит? 9 000. И что, хорошая курточка? Да. Ну, больше платишь за бренд просто, за сейчас же куртку. Ага. Вот и прибыл первый поезд. Ну не стоит денег, может 1500. Ребята у нас на военный эшелон шли. Пришлось нам разделиться, потому что поезда приходят в одно время. О, да. Ну что, где-то дальше там. Там, если пассажиры еще едут, так нельзя будет, то там нагадим. Ну что там, Савелий? Кипятится. Кипятится еще? Да. Тебе парогенератор. Нет у меня ничего. Ну так-то трубка-то далеко ушла туда. Глубоко. 4 минуты осталось. 4 минуты осталось? Да. Давай попробуем еще. Мне Верещагина, честно, не хотелось бы уехать. Пацаны, там грустно. Горячая трубка-то. Но она далеко ушла. Там уже 40 дней. Наверное, уж башни надо разбирать, с улицы будет. Либо с этого, с 8-го купе, но там едут пассажиры, там нельзя. Там нагадишь. Да. Ой, блин, горячая трубка-то. Это не уходит. Так воду даже в не уходит. Он же должен подводиться, да? Да нет. Че? Опять загорелось. Ну и ладно, что это сейчас не успеем ничего. Жалко это все. Но она далеко ушла так-то. Надо с башни разбирать с улицы. Что тогда? Тогда ничего, собираться, выходить отсюда. Ну вот, первый поезд отогреть не смогли, надо разбирать с улицы башню, а башня вышла у нас на перрон, этого делать нельзя. Сейчас переместили состав теперь в Новороссийск, и вот здесь вот в штабном вагоне такие вот ресиверы стоят. Один из них, ресивер, у нас, к сожалению, образовалось отверстие, пропускает. Сейчас будем снимать и пробовать заваривать.
Какой вот у нас? Вот этот левый. Вот тот? Угу. Так, что надо? Чем подцепить? Я там открыл, воздух спустил. Спустил? Но все равно аккуратнее, там может вот это, конденсат сюда вот. Близко. Туда-сюда ходить буду, так лучше прикрыть. Вон отверстие образовалось. Надо будет попробовать сейчас заплатку сделать, заварить. Посмотрим, как он. Ну, толстое железо-то заварится. Тяжелый он, зараза. Сейчас я это... Ты болты достал отсюда? Кого? Болты здесь. Да-да-да, вон так положил. Да, я тут стоянку пишу обратно. Ну и все, что, отправляемся, значит, заваривать. Ну и кушать хочется. Время-то уже первый час. Мы еще не обедали. Ну, да ладно, что сейчас, придумаем что-нибудь. Фига он заварил. Да, вон, можно у ребят попросить. Пошли ставить, и лен забыли с собой взять. Обратно неохота возвращаться. Сейчас вот соседи попросим. Соседнего цеха ребят. Как раз подъемник проверяет в штабном вагоне. Мат стоит трехэтажный у мужиков. Залезьте, да, ну это. Он открытый сейчас кран. Ну так и должно быть, да? Тебе как, вот так вот его, или вот так вот? Ты мне его сразу подавай. Вот смотри, где заварено, Андрюха, это было к дверям. Вот, я спрашиваю, вот так, да, вот, вот так. Вот он так и стоял. Там шайбы эти, болты, гайки, я все приготовил. Че, не попал? Вот так. Че это такое синее? Мыло для рук с глицерином. Че себе? Синего цвета. Так, компрессор. Так он сейчас и не заведется у нас. Заряд-то. Нет заряда. Вагон не стоит на зарядке. Видимо, пытались посмывать уже с этой стороны. А нет, стой. Да. Не проверить пока. Ну ладно. Подождем. Понятно. Плохой сварщик-то оказывается. Не проварил нифига, или прожег. Опять снимать надо все. Четвертый раз уже снимаем, перевариваем, ставим, проверяем, все равно воздух травит. Вот что значит нет бачка нового ресивера. В этом мире мы наблюдаем, как три
сформировавшихся взрослых человека смотрят на одну деталь и не могут понять, что с ней. Откуда она? С пятого раза заварили, получилось. Пришлось по шву вообще полностью проваривать. С этой стороны и с другой стороны. Но получилось. Сейчас вот, накачал, остановился, проверили. Утечки воздуха нет, все хорошо. Все классно. Время у нас 5:00, и вечером запросился проходящий поезд. Вот стоит Пермь-Новороссийск. Мы его сделали. Прошла ПДК комиссия, было два замечания. Незначительных. Быстренько все устранили. А сейчас идем. Отдельный вагон стоит, в общем, на парке. Нужно поменять вакуумный насос. Также в проходящем поезде запросился ремонт. Тоже заменить нужно будет вакуумный насос. Наши коллеги в Кирове замерили манометром, сколько он качает. К сожалению, насос вышел из строя. Придется поменять. Ну, а сейчас идем потихонечку. В своем вагоне поменяем, потом приготовимся к проходящему поезду. В общем, сегодня без суеты, спокойненько работаем себе. Видите, не торопимся, в кайф работаем, нормально все. Снег пошел. Идет снег, идет. Ладно, хоть сильного ветра нет. Вон, мужики идут. Савелий, он, как всегда, самое тяжелое взял. Лестницу. Хитрый жук, сразу за лестницу схватился. А теперь мы берем так. Нет. Кое-что забыл. Питание отключить и воздушные трубки. Да. Ты, Андрюха, светишь там? Да. Что-то вообще ничего не видно. У меня фонарь сел, блин. Я его на зарядку поставил. Так. Где же ты, моя родная? Питание? Вон. С той стороны. Вот по проводу веди. Во, свет дали. Нашел? Вот он, да? Ну, он, видишь, на скрутке сделал. Вот. Фига себе тут наделали делов-то. Так, по идее-то вот он вообще? Нет. А что это такое? Датчик. Скрутку надо раскручивать, убирать все. Вот сам провод-то. Вот и все. Вот этот вот белый, который, вот этот. Это питание с насоса. Все, опять света нет. Скоро будет номер 77 с сообщением Абакан-Москва находится на третьем пути главного направления. Скоро будет номер 77 с сообщением Абакан-Москва находится на третьем пути главного направления. Выход к поезду через тоннель. А наш 146-й, его еще не объявляли, который нам нужен. Мы уже здесь вон приготовились. Мотор сам, весь в снегу уже. Инструменты, манометр, парогенератор, потому что выход с него, говорят, в чердаке вагона замерз. Надо будет отогреть его. Манометр, чтобы замерить на старом насосе, сколько качает. Чтобы убедиться точно, что он под замену у нас идет. Стоим, ожидаем. Народ тут ходит. Посадка, высадка. Снег идет сегодня весь день. То маленький, то большой, то маленький, то большой. Ну хотя, пускай идет. Главное, что нет сильного ветра. Там электропоезд пришел. А вот и виднеется 146-й поезд. Санкт-Петербург-Челябинск. Нумерация с хвоста. Сигнал еще подает. Ну правильно, тут бегают тоже вон эти. Водой с той стороны заправляют, да? Там так просто сигналы подает. Ну что, улетит-то быстро? 10-118.
какие-то там в хвосте. Он, да? Ну, ну все. Наш вагончик. Куда он покатился назад? Что-то он катается туда-сюда. Езжайте! Едва успели. Тут только поставили, еще даже не до конца чуть собрали, но вот хотя бы подняли его, завели, подключили. И все, и выскочили с поезда. Некогда вообще снимать в таких ситуациях. Дело остается за малым. Кому-то надо успеть на электричку домой. Ох, снегу сколько летит. Ну что, погнали? Пойдемте, ребятушки. Придерживай, да. Ну что, подведение итогов, как всегда, будет уже дома. А мы сейчас переодеваемся и отправляемся домой. Пятнадцать минут прождал свой автобус на остановке. Сегодня воскресенье, поэтому автобусы ходят реже. И вот я подошел на остановку. Два автобуса идет в мою сторону. Один надо было ждать 20 минут, а второй надо было ждать 15. Ну, я по расписанию посмотрел в интернете. Подошел действительно по расписанию тот, который мне нужен. Ну, вот я уехал на нем. Да даже оно и лучше, потому что один из них автобус, он как бы получается не совсем близко от моего дома останавливается, ну остановка у него. А вот тот, который я прождал сегодня 15 минут, он-то как раз поближе останавливается. И я прямо вышел, у меня тут 4 минуты, и я уже дома. Так что все хорошо. Вот, смена была сегодня, ребят, кайфовая, я уже говорил, да. Ну и, конечно же, началась у нас транзитного поезда и заканчивается также транзитным поездом. Вот, смена была кайфовая, работа была, но не было этой суеты, беготни и так далее. Мы спокойно шли, работали прям в кайф. Вот. Что касаемо штабного вагона с этим ресивером, как его еще можно назвать, резервуар, получается, то его нового не оказалось на складе. И пока придет новый, принято было решение заварить этот, и пока вот походит с таким резервуаром. Но, правда, получилось у нас, наверное, раза с пятого его до конца заварить нормально. Не знаю, насколько его хватит, но я надеюсь, что в скором времени придет новый ресивер, мы его поменяем, и проблем никаких не будет. Вот. Сейчас на проходящем поезде, на 146-м, мы успели поменять мотор, ну, вакуумный насос, успели его поднять, установить, закрепить, но осталось там только поставить верхнюю стенку, боковую, и выход с него, когда идет металлопласт уже в вагон, в чердак, вот. Вот это вот поездной механик сказал, я уже, ребята, дособираю сам, спасибо вам большое. И то из-за нас, на одну минуту задержали поезд, выставили красный флажок, пока мы там собрали инструмент и так далее, и выбежали уже с поезда, вот только выскочили, и все, и вот сразу же закричали, убираем красный сигнал и так далее, все, едем. Вот. Но все успели, все классно, пассажиры поедут с туалетами, все в порядке будет, никакого дискомфорта у них не будет. Ну а прежде чем мы закончим этот ролик, я сейчас хочу отметить наших прекраснейших донатеров. Были переводы, ребят, от... Сейчас скажу. Вот. Роман Андреевич Д. был перевод. Да, вот. Роман Андреевич Д. был перевод. Роман Андреевич, большое вам огромное спасибо за вашу финансовую поддержку. Также был перевод от Ренат Мавлитович Т. Ренат Мавлитович, огромное вам большое спасибо. Далее был перевод от Сергей К. И Сергей нам написал сообщение. Только что-то у меня плохо грузит сейчас. Вот. Сергей написал нам сообщение. Леонид, привет. Это мой второй донат. Надеюсь, не последний. Расскажи, пожалуйста, про аккумуляторы вагонов, а именно, насколько их хватает. Итак, во-первых, Сергей, огромное вам большое спасибо за вашу финансовую поддержку. А про аккумуляторы, наверное, ну не наверное, а давайте разберем и расскажем в следующем видеоролике. Вот. Также был перевод. Так, минуточку. А, вот, опять же снова был перевод от Сергея, от вас, вот, Сергей К.
И было сообщение: меня интересует, насколько хватает заряда во время пути. Очень интересно. Вот давайте в следующем видеоролике мы, наверное, разберем поподробнее эту тему про аккумуляторы пассажирских вагонов. Вот, и еще, ребят, был перевод, сейчас, минуточку. Был перевод от Вадим Михайлович П. Вот. Вадим Михайлович, огромное вам большое спасибо за вашу финансовую поддержку. Спасибо вам всем, ребята, за вашу финансовую поддержку, за ваши донаты. Вы меня приближаете все ближе и ближе к цели сделать лазерную коррекцию зрения. Огромное вам большое спасибо. Также спасибо вам, уважаемые подписчики, за ваши комментарии, за ваши пожелания. За все вам за это большое спасибо. Спасибо вам всем за просмотры. Если б не вы, этого бы канала не было. Поэтому огромное вам всем большое спасибо. Ну, а ролик наш подходит к концу. Я же с вами прощаюсь. С вами был я. Улыбайтесь. Вам это идет. Я желаю вам здоровья. И не только вам, и вашим родным и близким. Ну а Володе из города Тараза, из Казахстана, особенный пламенный привет от меня. Привет, Володя. До новых следующих видеороликов. Всем пока. Реквизиты для вашей поддержки я, как всегда, оставлю в описании. Всем счастья, всем добра.